Всем привет, ребят! Ну что, попробуем сегодня поставить очередной мировой рекорд по битве гильдий, набрать максимум мечей, как обычно. Там кто-то писал, был я ржал, что типа, что вы выдали кому-то там коробки, ребят. Кому-то выдали, где-то выдали, это не каждый день. Тут трэш каждый день, это родные очки, которые ты сам набиваешь, и никто тебе там не выдал, никакой ты там не бах, либо ошибка. Это ежедневно, точнее, каждую битву гильдий. Два раза в неделю ты набиваешь максимум очей, каждый раз все больше и больше. Так, окей, поехали, посмотрим, что там у нас за противники. Посмотрим, что там вообще творится по битве гильдий. Ой-ой-ой-ой-ой, сотка, 90, 96. Ну, там я перед этим смотрел, там нормально сливов. Ну, в общем, в любом случае, чем выше топ, тем больше проходит. Тут никуда ты от этого не денешься. Тем более, против нас сегодня две гильдии, с которыми мы реально не потягаемся. 2.3, 2.4, 1.4, точнее 2.1. В общем, вот так. Ну, третье место, я думаю, если эти... Если повезет, что тут не пройдут все, хотя я в этом очень сомневаюсь. Хотя вот эти Warriors очень много нам не посливались, но на этом мы точно не обгоним. Так, окей, поехали, посмотрим. 526, 520, 570, 570, 575... Так, ну что мы будем? О, тут вообще 600-ки, 580. Так, 3 отсюда. И, точнее, да, 3 оттуда и 2 отсюда. Окей, поехали, посмотрим, что тут у нас за такие противники жесткие. Так, есть Фрея, это меня радует. Давайте попробуем Фрейку. Фрейка, Ронин. Такс, Лазуля, в принципе, пусть будет, оставим. Анубиса тоже оставим. Ворожея мы уберем пока. Временно поставим Командору сюда, вот такую вот. А почему бы и нет? Сейчас будем рушить вражеские базы. Так, тут мы поставим Ронина. Вот такой вот Ронька. Только уберем отсюда, конечно, Пакт. Так, Седна пусть пока будет. В общем, по стандарту я не буду заморачиваться, не хочу очень долго бегать. Я хочу на русском сервере, напишите в комментах, хотите ли вы этого, попрокачивать и бегать на русской, скажем так, бывшей основе, бегать героями такими варлок там, то есть типа такого типа, повкачивать их на максималку по возможности. Ну, они там и так вкачаны, там только прорыв осталось. Либо здесь начну сливать Ронинов. Посмотрим. Хочу до максимума уже силушку догнать, а там будет видно. Такс. Ставим бремку для эффекта и поехали. Ту-ту-ту. Шанс слива, как обычно. Давайте начнем с недов. Ну, я думаю, где-то 9500 мы должны нафигачить, по идее. Так, что, выпустим, попробуем такой вариант. Посмотрим, что тут Ронин сможет сделать. Потом я вытащу, если Ронина сольют на командор героев. Ну, я думаю, тут долго они будут с Ронином воевать. Ну, конечно, Ронин однозначно... просто тащит на максимальные прокачки. Но это, конечно, если нет отражалки. Посмотрите, что делает. Это жесть, ребят. Лазулю ушатал. Да он просто тупо убивает героя. Он даже не здание сносит, а он героев сливает. Это жесть, ребят. Максимальный Ронин просто творит. Чудит, я бы так сказал. Да, Фрей он тут, конечно, не сольет, но посмотрите, что он делает. Это что-то нереальное просто.
постройки выносит на раз-два, они как-то по нему вообще нифига не попадают. 15-я Фрея причем, там и точность должна на ней быть, но что-то как-то с Ронином она справиться вообще не может. Ну, ему осталось только один раз нормально попасть. 97. Ага, чуть-чуть не хватило. Ну ладно, тут уже так добьем. А, тут так не добьем. Еще где-то постройки есть. А, вот она. Вот она где. Так, окей. Поехали следующего. Как видите, если ты в топе находишься, ой, то тут даже Атланта можно нормально пробивать. Что-то за расстановка у него такая корявая. Просто жесть какая-то. А ну без с водушкой. Да, Ронин, конечно, жестко дамажит. Я вам скажу, неплохо, неплохо. На максималке, конечно, он крутой. Но опять же, есть куча других героев, которыми можно тоже проходить. Все зависит от расты, от прокачки, от противника. Ну, вариантов очень много разных. Но этот Ронин удивляет. Давайте командорку запустим ради интереса. Пусть немножко подамажит. Вот с командорой вообще чудесно. Посмотрите, что они вдвоем творят. 92%, 100. Офигеть. Вот так вот. Единственное, что ее слили. Так, хорошо, поехали дальше. Что там у нас уже есть? 3700, ребят, за две попытки. Две попытки 3700, это просто жесть. Поехали сюда. Еще тут тупо в посливая. Ну, опять же, раз-то герои раздельно стоят. Можно даже попробовать через лазулю. Если там отхила будет хватать. Там и Анубис, если что, подтянется. Уже 30% есть. Ну вот его наполовину просадили. И он себе отхилил выживание. Офигеть. О, ничего себе. Вот видите, как смотритель дамажит. Вот реально, смотритель может так запортачить все. Поэтому надо быть очень осторожным против смотра. Ну, проседает, но он не убивается. Не знаю. Надо будет еще будет побегать, наверное, пару битв в гильдии посмотреть, потестировать, как он вообще будет держать урон. Ну, 20-й вот. Мне очень нравится. Так, что-то мы засиделись. 1911, ребят. 1911. За одного противника, офигеть. Так, тут что-то у нас героев слишком много. Многовато вас будет, ребята. Очень много. Надо вас освободить. Так, тут можно Ронина выпустить. Тут можно командорку вытащить. Прайки нету, но вы видите, командоры, конечно, сливают. Это все фигня. 93%. Я офигею. Командору лазулю потеряли. Так, ну поехали, потрешуем на последнем и посмотрим, сколько же все-таки мы сможем вытащить максимум. Так, что тут у нас? Че, нету? Интересно, нету. Ну поехали, попробуем так. Думал, Фрейка есть. Фрейка нету.
Интересное, интересное решение. Спасет ли его это? Вот это сейчас мы проверим. И он еще жив, 71, ратушу уже ушатали. Чем больше героев его атакуют, тем больше шансов того, что ожог сработает. Единственное, чего надо опасаться, это блочки. Утара может заблокировать там атак. В принципе, с его жизнью герои его просто не успевают пробивать. Единственное, может совпасть смотритель, плюс героя скиллом там ударит, его сольют. Ну а так, как видите, он намного круче стал. Урон держать. Так, запустим отсюда. Не будем заморачиваться. Пусть там себе воюет. О, нифига себе. Нифига себе. Шанс слива минимальный, ребятушки. Это шутка, конечно же. Итого, как думаете, сколько мы набили? Вот реально, так я думаю, где-то 9550. Где-то так. 9400. Эх, я думал 9, где я думал уже 9500, сейчас будем, пойдем праздновать, а тут каких-то 9400, ребят, 18. Вот так вот. Очередной рекорд, чем можете меня поздравить. Участвуйте в конкурсах, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.